Всем привет! Продолжаем играть Fallout 4. В этой серии мы планировали таки почитать вот этот компьютер. Сразу давайте это сделаем. А, его еще и вскрыть надо. Так, два. There we go. Есть. Так, записки. Добро пожаловать в сеть Робко. Понятно, мы работаем в сфере счастья. Sanctuary Hills. А чей компьютер? И что это такое? Пьетро. Слишком напряжен, ему надо расслабиться. Я постоянно ему об этом говорю, предлагаю помощь, но пока без толку, без толку. Судя по его виду, занимается самолечением пирожками. Да. Эй, стой назад. Бейкер. Мой любимый чудик в шапочке из фольги. Всегда берет по 7 ампул глюконафта в неделю. Видимо, по одной на день. Ну что ж, я не жалуюсь. Так, Роза. Все еще пытаюсь достать для нее бафаут. А, это какой-то... Этот самый доктор, что ли? Или наркодилер? Кто же мог подумать, что и в этом деле дефицит будет. Но ничего не попишешь. Хм. Джани. Ему нужен некий психо. А я впервые о таком слышу. Даже если он существует, стоит ли его давать такому... Неандертальцу, видимо, зависит от того, сколько мне за это заплатят. Попробую прощупать по своим каналам в армии. Посмотрим, что будет. Да, какой-то торговец. До сих пор торчат... А, кто там был? Рассел. До сих пор торчат мне за прошлую партию X-клеток. Они вообще себе брали? А то ведь, богом клянусь, если узнаю, что они пытаются на них... Нажиться одним разговором далеко не... Дело не обойдется. Хотя, боюсь, и так уже поздно разговаривать. Точно знаю, что у них есть сейф в полу. В главной спальне под шкафом. Наверняка его не так уж сложно взломать. О, подождите. X-клетки, две штуки мы как раз нашли в баре в этом самом... В городе. В Конкорде, да? В баре там, где... Ребята там были с манекенами. По-моему, это там было. Так, у них в полу сейф. Там в полу сейф был? Я не помню. Рассел. Хм. Надо заскочить, я не помню. Или посмотреть. Да, предыдущую серию просто надо посмотреть, обратить внимание. Или мы там вскрыли сейф. Или нет? Куда ты что-то нажимаешь? Подожди, а что там было? А, другие города. Конкорд. Ух, тут еще сколько. Киф какой-то, да? Все еще берет по паре доз шика. Напыщенный псевдоинтеллектуальный. Угу. Но бабки платит исправно. Это самое главное. Уильямс. Хочет медекс. Все, что я смогу достать. Зачем, не говорит, да это и не мое дело. Похоже, требуется что-то на постоянку от боли. Какое-то заболевание. Обезболивающий. Так, Андерс. С детьми я обычно дела не имею, но эта девчонка молодец. К тому же закидывается, она не собирается. Ее заказ 20 пакетов крови. На Хэллоуин хочет прикольнуться или типа того. А там, кто ее знает, может, она и правда вампир. Плевать. Главное, что у нас... У нее есть папашкины деньжата. Ой, кошмар какой. Чего только не узнаешь, а? Бостон. Да, даже в Бостоне клиенты были у него, да? Айзекс. Какой-то студент из ТИС. Технический институт, что ли, не знаю. Ему подавай глюконафт. X-клетки и всю палитру, да, палитру ментатов. Не знаю, может, он какие-то эксперименты проводит, толкает их другим
уником или просто на грани нервного срыва. Плевать, главное, что платил. Беспринципный продавец. Уорд какой-то. Молодожены берут по паре глюконавтов в неделю. Простой заказ, клевые клиенты. Все чудесно. Не зря эти люди здесь написаны. Они, наверное, где-то в этих местах есть какие-то истории с ними. В ихних домах или где-то. Так, кто это? Коп? Макдермат. Коп, старый клиент, сидит на бафауте. Начались проблемы с поставками. У нас за столько лет уже все отлажено. Не хотелось бы его терять. К тому же, если он не получит то, что хочет, то может вдруг стать праведным и законопослушным. А для меня это может очень плохо кончиться. Сипальский. Старушка заказала еще больше шика. Странно, но выгодно. Угу. Так, и... А, задачи. Малькольм. Потенциальный новый клиент из Чарльстауна. О, тоже город явно здесь есть. Просит Мидекс. Слишком уж отчаянно просит. Возможно, коп. Надо быть осторожнее. А, как будто на него хотят выйти. С поличным взять. Подожди, кто там? Дюкейн. Модель, демонстрирующая нижнее белье. Из Брейндри. Красивая, умная, жутко странная. Заказывают исключительно симуляторы больше 10 в неделю. Лучше об этом не думать. Да, вот такой наш сосед был, да? Мы же узнали это про нашего соседа. Кто-то здесь жил. Дядечка какой-то, доктор, да? У него что, дети были? Я не помню, какую мебель мы тут разбирали, но вот это явно плакат детский. Может быть, не помню мебель, какая здесь была. Вот такие пироги. Пирожочки, булочки. Что у нас тут? Вечерело, да? Вечерело. Закончили мы Sanctuary. Разбирать. Так, тут эта мебелюшка пусть уже... Может, будет. Да, тут я уже разбирать эту пару стульев не будем. А, забежим. Давайте вперед. Посмотрим, что у них там. В мастерской, потому что могут быть какие-то вещи. Нет, не то. Вещи какие-нибудь полезные. Вот, например... Алюминий, да? Болты вот эти. Те же самые. Так, антирадин тоже вам не нужен. Арбузы. Бетон пусть будет. Болты. Хи-хи-хи-хи. Так, вот это что же? Одежда выстирана. И платье. Это тоже надо все продать. Жевательные резинки. Это зажигалки пусть будут. Тоже болты. Керамика. Коробка. Так. Масло. Медь. Все, что нужно нам на главной базе. Наручник. Так, огнетушитель. Оно, в принципе... Оно должно же все это... Там и там показывает, да? Подушка с соломой. А где же была красивая подушка? Серая вязаная шапка. Вот она где. В мастерской? Откуда она в одежде здесь? Моя любимая шапочка. Откуда она здесь взяла? Собачья миска. Одну возьмем, собачью миску нам надо. Стали много. Стимуляторы. Не, текстиль нам не нужен. Таких количество тыква. Так, ВТРМК. Чистый полосатый костюм. Тыковая пряжа. Шестеренки. Ядеркола. Вот, я на ту тему собираю весь мусор, чтобы они, например, не разобрали какие-нибудь довоенные деньги или что-нибудь ценное на какую-нибудь ерунду. Поэтому забираем отсюда все, что
нужно, но те же самые костюмы, они не будут как хлам показываться, поэтому их самому надо забрать. Вот, и перенести там древесина, я понимаю, бетон, стекло и остальной хлам, то будет показываться. А вот серая шапочка, например, которую мы нашли. Где наша серая шапочка? Серая шейка. Любимая шапочка. Я так скучал по ней. Моя шапочка красивая. Замечательно. Замечательно. Так, сейчас мы сбегаем. Выложим все наши припасы. И... О, это кто? А, это наш этот самый. Это наш снабженец, да, насколько я понимаю? Снабженец? My back hurts, my feet hurt, everything hurts. Подожди, а... Давай поболтаем. Если у нас... Так, ну у тебя же ничего нету, да? Давай мы тебе, если... Одежду тебе дадим какую-нибудь, чтобы ты отличался от обычных путешественников, да, и поселенцев. И чистый полосатый, чистый черный. Они одинаковые, да? Давайте чистый полосатый дадим. Отлично, заплатанный костюм. Тройка забираем. И ты смотри, какая ты красивая у нас, а? Отлично. Отлично. Мы теперь будем знать, как выглядят наши снабженцы. Так, посмотрим, что у нас тут с населением. Не увеличилось, да, население у нас? Не увеличилось. Жалко. Нам нужен... О! А что у нас тут ядерный блок? Я не понял. Я не мог его оставить. Или я залезал в нее? Поправлял, может? Не-не-не, я не помню, я не залезал в нее. А в этой? Нету, да. Если оставить ядерный блок, то это чревато. Так, где наши тут хорошие вещи? Да, давайте. Так, наш хлам. Хлам. И посмотрим... По цене. Вот цена. Коробка сигар. Настольная игра «Радиус взрыва». Это из нашего дома игра. Давайте ее выложим. Пусть будет. Положим где-нибудь ее на стол. Что-нибудь такое интересное. Вот зажигалки, например. Но они не золотые, обычные. Вот довоенные деньги все. 36. Отлично. Игрушечные машинки. Синяя настольная лампа хорошая. Не знаю, в каком доме мы ее взяли. Так, масло, медь нужна, серебряная вилка. Молотки всякие, это все в хлам выкинем. Сложенный американский флаг. Один из нашего дома вроде был где-то. Не знаю, тоже можем поставить где-нибудь. Так, болтов 8. Болтов — это сама коробка с болтами. Они, помимо того, еще во всяких вещах есть. Так, это тоже наши, по-моему, кубики. Кубик тоже классная вещь, да? 0,1 веса и 1 единица дерева. Тоже их можно собирать. Крышка от соусницы. Так, подушка с соломой. Это не беленькая, которую мы там где-то нашли. Давайте тоже выложим. Потом... Покладем ее. Покладем. Собачья миску тоже не хочу, чтобы разобрали на пластмассу. Надо будет поставить будку. Так, подушечка. И все, да? Подушечка. Где-то мы куда-то... А, подожди, приятель. Эй. Приятель. Ай, да убери ты пукалку свою. Стой. У тебя есть что-то? Нету ничего. Но мы же брали вроде... Вроде ж мы брали подушку.
Так, нет, я не хочу сейчас модификацию делать. Хотя, в принципе, можно, да? У нас много вещей. Так, выложим весь хлам. Бум. Что-то маловато, да? 156 все равно. Груза. Оружие у нас какое-то появилось. Так, 100 миллиметров. Гладкоствольное, да, что-то у нас появилось. Ненужное. Укрепленный 22. А тут у нас сколько этот? 22 тоже укрепленный. Ну, по-моему, у нас нормальный на нем стоит. Так что его можно продавать. Гладкоствольные. Так, из одежды может быть что-то армейское. Это тоже для продажи. Хотя можем нашим поселенцам раздать, когда нужно будет кому-то. Выстиранные всякие. Заплатанный костюм тройка. Старенький, да? Зеленая шапка. Тик. Чистый черный нам нужен. Штурмовые очки черные. Оправи. Армейский шлем. Армейский шлем у нас что? Сопротивление 10, да? А серая вязаная шапочка. Удача. Удача, удача. Буду в шапочке бегать. Убираем армейский, хоть и дает броню 10, но в шапочке будем бегать. Мне она нравится, просто нравится. Просто нравится, ну нравится, что поделать. Так, а здесь мы что-то можем положить? Из разного. Книжка Special. Мы ее применили и можем выложить, да? Ланчбакс можем. Три штуки. Они ничего не весят, но будем складывать, будем смотреть, сколько у нас их. Награда мусоробой читали. Невозвращенные книги. Тоже можно сюда складывать. Табуированные татуировки и Грогнок Варвар покладем на нашу стоечку, да? Вот они. Наши журналы. Вот. Отлично, у нас их 4 уже. Хорошо, можно куда-нибудь другое место поставить. Или здесь пусть стоят. Так, и сюда же мы можем из помощи выложить бафауты всякие. Глюконавт пусть будет. Так, квантовые выкладываем. Ментаты всякие. Морковь, мутафрук забыл. Забыл посадить. Отбивных сколько у нас? Ух ты. Очищенная вода покладем. Пакеты крови тоже для каких-то препаратов. Психа не надо. Радиоактивная кровь. Свинина, рулет. Рулет это старый, да, тоже. Стейк, стимулятор, тейк, чашка. Шашлик, шашлик. Ядеркола пусть где будет. Так, набирается у нас, да? Опять что-то на продажу. 10-миллиметровый. Удобный, укрепленный. Подождите, удобный. Удобный, удобный, видимо. Видимо, рукоятка удобная. Ну-ка посмотрим. Посмотрим, посмотрим, что там у нас удобное. Удобная рукоятка у нас. Где наш? Штатная рукоятка. Укрепленный ресивер, длинный ствол. Удобная рукоятка, штатный магазин, да, остальное все штатное. Удобная рукоятка. Один болт. Удобная рукоятка. Угу. Один болт, заменить ее на штатную, а если сделать ее, нужно один клей, два болта. Так, давайте удобную поставим на свой. Удобная, да? Улучшает отдачу и точность при стрельбе от бедра.
А, ну мы от бедра сильно не стреляем, поэтому, ну ладно, пусть будет. Потом, может быть, тактическую сделать, когда фанатик оружия возьмем. Хорошо. Так. Болты у нас появились. Давайте, может быть, что-нибудь, на что у нас есть много патронов. Длинный ствол, удобная рукоять, штатный магазин. Так, штатный магазин. Ага, фанатик оружия. Коллиматорный. Нет, надульный. Понятно. 308, 38, 430 патронов. Укрепленный. Автоматический. Длинный ствол нормально. Штатная ложа нормально. Быстросъемный. А, тоже фанатик оружия. 45-й карабин. Дробаш. Что там с дробашом? Укрепленный сделали. Короткий. Дальность, да? Только дальность, укрепленная ложа. Да, надо фанатикам. Стандартный трехступенчатый конденсатор. Трехступенчатый. Три заряда делать, да? Мощнее выстрел. Стандартный конденсатор. А, стандартный конденсатор, два заряда. Они по 32 заряда? Или по 15, что в сумме 30 дает? А трехступенчатый, наверное, еще 15 добавляет, если два заряда. Да, наверное, да. 45 становится. Жалко, что не пишет урон сразу. Удлиненный. А, здесь вот немножко урон меняется. Короткий ствол с кронштейном. Укороченная ложа, полная ложа. Полная лажа, да. Штатный прицел. Короткий оптический. Ладно, пока ничего менять не будем, потому что... Потому что нужно фанатика оружия прокачать, да? У нас два уровня есть. Но мы хотим оставить на... А, нет, взломщик у нас второй есть. На второго хакера сделать, да? Давайте сделаем, может, сразу хакера. Бум. А, несоответствие требованиям. Подождите, уровень 9 только можно. Ну, на 9 уровне у нас будет уровень, поэтому сделаем. Эти можно тогда потратить. Так, тут вообще... О, тут на 18 уровне. Все, тогда нечего ждать. Тогда давайте фанатик оружия сделаем. Бам. И вот это я хотел, эксперт по карабинам или халявщика. Держите дистанцию и считайте убитых. Неавтоматические карабины наносят на 20% больше урона. Неавтоматические. Или патроны пока взять. Патронов мало, конечно, у нас. Карабины. Но я сейчас карабинами, в принципе, не стреляю. 38-й, я не знаю, это у нас карабин. Или не карабин. Или 308-й у нас только один карабин. Давайте патроны-то возьмем. Возьмем патроны пока. Потому что я сейчас стреляю в основном 38-м и 10-миллиметровым. Ну, карабинами их не назовешь. 38-й чуть-чуть похож на карабин. Вот такой полукарабин какой-то. Так, что у нас? Ночное время опять.
Опять ночь, да? Я хотел дождаться, когда появится у нас еще один житель в нашем поселении. У нас же включено здесь все, я надеюсь. Да, включено. Никто к нам не идет. Нам нужен обязательно один поселенец, чтобы мы могли его послать на снабжение в соседнее селение. Чтоб он мог поставлять нам товары. И мы могли на ферме сделать защиту. Так, или просто взять и оттащить туда материалы, может быть. Так, сторожевые башни, турельки, сколько нам нужно? Одна турелька дает 5 защиты, да? Там достаточно, по-моему, 5 защиты. Если даже 2 построить. Металл у них, по-моему, есть. Масло нужно 4. 4 шестеренки. И 2 проводка. 2 масла, 2 шестеренки, 2 проводка. Помощь разная. Хлам. Очень далеко, да? 2 масла. 1 масло у нас. Нужно тогда искать. В чем еще есть, да? Два масла, 2 шестеренки. Не 2 масла. 4 масла. Да что-то я сбился. Да куда ты нажимаешь? Так. 4 масла, 4 шестеренки, 2 проводка. Что-то у нас... В чем оно тут есть, а? Так, банка с краской. Ну вот как раз две банки. Так, 2 проводка, 4 шестеренки и 2 проводка. Череп такой. Ага. 5 проводков. Модификации. Так. Шестеренки. А в чем есть у нас шестеренки? Банок сколько набрали с маслом. Шестеренки. В ноге лютика, да? 2 шестеренки. Еще 2 шестеренки. Я хочу поставить 2 турельки. Керамика. Давай шестеренки. Где там шестеренки? Кости разнообразные. Стекловолокно. Пружина. Шестеренки. Еще 2 штучки. Вот они, да? Один микроскоп. Все, набрали вроде. Пойдем. Ну, не появился. Пассажир у нас не один. Нет, нету. Давайте отправимся. Да что ж ты будешь делать? Не то нажимаю. Все время escape пытаюсь нажать. Пойдем, сделаем защиту им. Так, прибыли. Прибыли. Здесь мы поспать не сможем. А, мы можем поставить кровать, в принципе. Что-то нашел опять. Что ты опять нашел где-то? Раздобыл. В принципе, масло могло быть и у них. Где ты что нашел, я не понял. На полке? Я не хочу торговать ни с кем. Вы что, братцы, придумали? Так, тошка, это понятно. О, водичка, хорошо. Вот это я что-то не заметил, или я не забирал просто.
Тошка, тошка, ясно. Мне бы мутафруктика. Пачка сигарет, давайте заберем у них. Обгорелый комикс. Подождите. А, он просто берется. Я думал, он что-то имеет в себе. Так. Масло можно было, наверное, и у них здесь где-то надыбать. Что? Что? Что ты хочешь сказать, девушка? Так. Мастерская. Давайте посмотрим, что у них тут. Заберем, давайте, все, что нам нужно. Кисть. Пластмасса заберем. Пластмасса вам не нужна будет. Тут сталь только. Резина, стекло, тыква. Эмалированная. Так, я, наверное, уже все забирал. Поэтому ничего ценного нету. Так, защиту. Да, наверное, 5 хватит защиты с одной турели. Набрали мы больше, чем надо. Так, куда бы водрузить эти турели, чтобы они недоступны были для каких-нибудь пеших, не стреляющих каких-нибудь, для тех же собак или не знаю. Задняя нога робопони ушла, банка с краской. Так, и сюда, наверное, водрузим. Я думаю, будет нормально. Бам. Может, с этой, а может, вот оттуда пойдут. Ну все, на следующие турельки у нас уже не хватает. Все, извиняйте. Так, металл мы тут разбирать вам не будем. Бочки пусть стоят красиво. Антураж такой. Так, поспать. Мы можем даже поспать теперь. Отлично. Давайте переночуем все-таки. Темень такая, неохота идти никуда. 11:30. Эй, давайте часиков так. Да ладно, 7 часиков. Поспим. Сейчас, наверное, кто-то рядом тут приляжет. Нет, никого. Уже все. Уже, в принципе, все на работе, все в поле. Уже время такое, что солнышко встало. А где оно, кстати? Не видно его. Ну, сколько играем, до сих пор не сохранялся. Нормально это, да? Нормально. Так. И мы хотели вот здесь вот пройтись, наверное, да? Как-нибудь вот с этой стороны посмотреть, что здесь у нас находится. Да что-то с этим эскейпом. Вот там у нас какой-то даже завод. Тут какая-то хижина. И здесь какие-то дома. А что здесь может быть внизу? Надо разведать тут местность рядом с нашей базой. Давайте пройдем. Посмотрим, что нас тут встретит. Так, олени. Опять олени отдыхают, да? Эх, классная шапочка вообще. Я так рад, что нашел ее. О, дорога тут пролегает у нас. Дорога, машины разбитые. Так, домик у нас. Олени, домик у нас там. Что-то за домик в лесу, да?
Ах, да шо ж ты застреваешься так? Оп. О, а это что такое грандиозно большое? Так, пойдем сперва к домику, он уже близко, да? О, кого я вижу? Приятели веселые. Как мне не нравятся эти дутни. Я даже не начал атаковать. Они уже напали. О, это что было, кровище с нас, что ли? Да что ж ты не заряжаешь-то никогда, а? Я ж уже нажал заряжать. Какая кровища, когда бежали. Отравили солидно нас. Да что ж ты такое, а? Будешь делать-то с вами. Не поворачивайся ко мне спиной. Патроны очень быстро заканчиваются. Какой вертлявый, а? Вот это да. Ну, траванули солидно. 4 штуки сразу. Ох ты ж! Берегись! Ай-яй-яй-яй-яй. Так, что у нас там? У нас гранаты были включены. Оружие, бутылки. Молотов. Так. Семерочка, отлично. Так, бежим. Ах, как я себя подпалил, нехорошо. Нехорошо себя подпалил. Башку. Ох, какая. Это что было такое вообще в поле? Веселуха. Что это такое было? Откуда там мина? Ее надо найти. Сейчас эти мы в ту сторону уже не побежим. Я знаю теперь, что. Подождите, а почему у нас 0 гранат отображается? А, вот, отлично. В ту сторону мы уже по дороге не побежим, потому что там гули агрятся на нас, да? Опа! Давайте, ребята, сюда. Очень, да, очень нужно побольше барабан. Побольше барабанчик. Конечно, потому что он эти 12 патронов, он выплевывает моментально. Так, где тут у наши... Игрушка, игрушка. Игрушечная машинка, в целом дутня. Но это понятно. Тут логики не следует искать. Что там в каких-то маленьких... зверях, кротах, рысах там находятся какие-то броня там или не знаю, какие-нибудь лопаты, как она туда залезла, долго об этом размышлять. Это игра, и персонажу нашему нужно находить какие-то вещи, они просто рандомно распиханы в разных противниках, неважно какого он размера, и в разных ящиках, сейфах. Не обязательно, что в каком-то сейфе маленьком не будет брони. Или какой-нибудь винтовки. Если так думать, тогда вообще ничего никуда не залезет. Да как он вообще все носит. Как мы патроны таскаем, как мы оружие. Если задавать много вопросов, то зачем вообще играть? Так, где-то здесь были эти самые гули. По дороге мы побежали. Давайте сохранимся опять. После того, как забили этих самых дутней. А, вот они где обитают. И вот это, наверное, хижина, да, в лесу, которую мы и видим. Давайте 10-миллиметровый сразу. Он помощнее будет, получше стреляет, поточнее, поудобнее. Вот, они уже пошли. Пошли, ребята. Ох, они уже нас... заметили уже. Или собака выдала, я не знаю. Или кто. О, а если мы запрыгнем вот на эту машину? Эп. А сможем мы
А мы не сможем. А, не, запрыгнули, ты смотри. Ой, ой, фэфочка, не включайся. Ты смотри, вы к нам не сможете залезть? Тогда мы вас из дробовичка постреляем. Заряжай. Ах ты, бедная собака, отойди. Мальчик, отойди отсюда. Не попал. Ну это же надо так, а. Бум. Еще живой. Кошмар. Так, они отошли, да. Они, если теряют цель, они нас потеряли именно по той причине, что мы залезли, да. Они нас потеряли таким образом. Поэтому придется идти к ним. Эх ты, что ж ты будешь делать? Конечно, дробовик у нас слабый. Но я ж тебе в ногу попал. Еще один. Приятель. Ух ты, как ты быстро бегаешь, а? Ладно. Прибегнем к Ватсу. В коем-то веке. Какая крепкая нога у него, а? Что ж ты будешь делать, а? Крепкая очень нога. Заряжай. Сколько там еще их? Или это был последний? Собакевич, что-то ты сильно захворал. Все, да? Отпустила. Да, нам бы дробовичок какой-нибудь скорострельный, многозарядный. Пойдем к домику. Сохраняйся. Самое первое правило — это сохраняться. Ну что, муха, никого там больше нету? Если здесь были гули, то я надеюсь, что здесь дутни-то не будет. Или каких-нибудь тараканов, хотя они могут жить в дружбе и согласии в одной хибаре. Так, что у нас тут? Бутылка. О, виски, по-моему. Виски, по-моему. О, этот парень лежит тут такой. Виски, по-моему, участвует тоже в крафте каком-то. Очень полезном, по-моему. Уважаемый, не прилегли бы вы? Так, надеюсь, больше никого нету, да? Это что? Подвал. Вот-то здрасте. Вот тебе и хибара. Бутылка бурбона. Не-не-не. Сейчас наливать не будем. Что рвануло? Неужели та машина, на которой мы сидели? Может, мы ее зацепили? Так, псина, отходи. Под низом ничего нету. Химлаборатория. Давайте посмотрим. Препараты. По-моему, виноградные. Вот, виски. Подождите, мы же взяли одну бутылку. Или это была бутылка из-под виски, а не виски, да? Центроцвет. Во, куда уходит центроцвет, который мы собирали. Ментаты нужны для этого. Виноградные. Ментаты дают харизму 5. Вот это нужно делать, да, но виски вроде мы не находили или находили, я уже не помню. Винт. Весь мусор будем собирать и все, что не нужно, продавать. Из винтов, по-моему, тоже можно делать препараты. Они будут давать нам опыт, когда мы будем их творить. И потом продавать можно выгодно очень торговцам. Так, я не знаю, в подвальчик давайте спустимся. Что нас здесь в этом подвале ждет? Без понятия. Собака, все спокойно, да? Хорошо, серия у нас опять затянулась. Но это уже обычное такое время стало для серии Fallout, потому что меньше и не стоит. Пару стычек и уже 40 минут. Как бы особо и не успеешь ничего, поэтому нормальный такой размер серии, где-то 45-50 минут. Поэтому так и будем записывать. Ну и быстрее будет как бы игра проходиться.
Это, я думаю, что это не сильно утомимо, 45 минут, это как обычный урок в школе. 15 минут переменка и опять 45 минут. Хорошо, всем спасибо за внимание, всем пока, увидимся в следующей серии.